Дня города мы решили поинтересоваться у жителей Твери, насколько сильно они любят город и любят ли его вообще. Ну и, конечно же, попросили креативно поздравить жителей Твери с этим замечательным праздником. У нас День города скоро, 885 лет городу. Вы можете сказать, насколько сильно вы любите наш город? Мы здесь 4 недели только приехали из другого города. Но нравится вам город? Да, нравится. А что за эти 4 недели вам больше всего здесь понравилось? Ну, очень красиво, необычная архитектура, здания, дома. Ну, еще, знаете, вот погода. Повезло, да? У нас вот холодно, дожди, ливни идут, а тут красота, тепло, жара. То есть можно ходить, греться на солнышке, наслаждаться городом. Ну, очень понравилось, планируем переезжать сюда. А вы откуда, если не секрет? Из Чувашской республики. Любим достаточно. А вы нас? То, что мы здесь живем, значит, любим. Я очень обожаю свой город. Я его просто люблю. Очень сильно любим. Вот приехали сюда учиться, вот сегодня получили диплом. Мы вас поздравляем. Спасибо. Можете сказать, пожалуйста, какие медицинские традиции существуют в Твери? Одевать халат в Калинин. А почему именно Калинин? Потому что город Калинин, Тверь. Потому что мы находимся в Твери, и Калинин — это как один из символов города. А вы можете что-нибудь пожелать жителям Твери? Да, быть добрее друг к другу. Присоединяюсь к вышесказанному. На самом деле, всем здоровья. Ну, самое главное — это благополучие, чтобы поскорее это все закончилось, эта ситуация, чтобы все приступили к нормальному образу жизни. Любви, счастья, здоровья. Любви, счастья, здоровья. Самое главное — здоровье. Желаю, чтобы каждый день была такая же хорошая погода, как сегодня.